Рыбницкое село Плоть по-прежнему фактически в изоляции. Туда несколько месяцев не ходят маршрутки. Эту историю мы уже рассказывали неделю назад. Ирина Руснак отправилась в село, чтобы узнать, есть ли решение у транспортной проблемы. Вот так встретить в центре села практически всех местных пенсионеров в Плотях можно только в один день, когда выдают пенсию. К сельской администрации потихоньку идет и бабушка Люся. Говорит, сейчас получит пенсию, надо будет кое-каких продуктов прикупить, а еще пенсионерке нужны лекарства. Мне, например, надо цитрамон от головы. Берут люди, даю гроши, а они ездят и купляют мне. Как и бабушка Люся, здесь сейчас многие старики просят соседей, кто едет в город, купить им лекарств или если еще что нужно в хозяйстве. Сами не могут поехать, маршрутки не ходят. Впрочем, попасть в райцентр сейчас большая проблема для всех жителей села. Если своей машины нет, два варианта – ждать попутку или вызывать такси. Если четыре человека, и так мы едем, это уже легче для нас будет. Но если там, например, один человек, а вот надо поехать к больному, паспортный стол или куда-то там надо же, срочно, тогда приходится нам платить полностью. Сколько? 100 рублей с человека. Причем 100-150 рублей только в одну сторону. Это Татьяна уже на пенсии. Говорит, за два месяца, как пропали маршрутки, в Рыбницу на такси раз пять ездила точно. Это для пенсионеров, как я получаю 1000 рублей пенсию, это накладно. Просто накладно ехать. Перестали с документами, больные перестали ездить. Ни аптеки нету, ничего. И нам как бы тяжело пенсионерам. Транспортной проблеме в Плоти еще в двух соседних селах, это Советская и Васильевка, пошел третий месяц. Вопрос обсуждали с перевозчиком и властями района. Подключилась Минэкономразвитие. Там сейчас думают, как в целом решить вопрос с маршрутками в отдаленные села. Проблема есть как минимум в трех районах республики. Из-за пандемии пассажиров гораздо меньше, у перевозчиков большие убытки. Повышение тарифа не решит проблему с маршрутками, сказал министр экономического развития Сергей Аболоник. Варианты от правительства — создать госпредприятие по перевозкам, чтобы государство взяло на себя убыточные сельские направления, либо поддержать действующих перевозчиков субсидиями. И там есть сложности, отмечают в правительстве. Оказание государственной поддержки. Но там тоже есть некоторые проблемы, потому что в отсутствие прозрачности, да, и контроля полноценного пассажиропотока, а система автоматизированного учета у нас пока только проектируется, есть вопросы, в том числе и по оказанию государственной поддержки, потому что будет достаточно сложно администрировать эффективность этой поддержки, да, когда мы не видим, какая же выручка. В правительстве сейчас ищут оптимальный вариант решения транспортной проблемы в целом по республике. Премьер дал на это срок 3 недели. А вот в селе Плоть маршрутный вопрос собираются решить побыстрее. До чего договорились власти района и перевозчик, об этом в субботу в программе «Отражение». Ирина Руснак и Владимир Погоня, ТСВ.